Прогулочное судно, пришвартованное у причала в Кинешме, взорвал террорист-смертник. Таково начало легенды, по которой разворачивались масштабные антитеррористические учения «Вихрь-2014». Позже при проверке подозрительного автомобиля был обстрелян наряд ДПС. Трое вооруженных преступников сумели спрятаться в лесном массиве в Кинешемском районе. Однако спецслужбам удалось их обезвредить. Отметим, что первый этап учений с привлечением пожарной, медицинской, спасательных служб и полиции состоялся в Кинешемском порту 27 мая. 3 июня отрабатывались совместные действия всех субъектов антитеррористической деятельности при проведении контртеррористической операции.